Добрый вечер, мои дорогие, любимые любители математики. Сегодня наш канал «Математика все-все-все» снова поговорит о магии математики в действии. С древних времен часы использовались как средство гипноза. Тиканье часов воздействует на мозг человека чарующе. И сейчас я попробую загипнотизировать тебя, мой пытливый друг. Посмотри на циферблат. Московское время 19 часов или 7 часов вечера. Одна стрелка на 7, другая на 5 минут. То есть 5 минут 8, а не 19. Но это не важно. Итак, дружище, укажи своим пальчиком на любое число на этом циферблате. Указал? А теперь посмотри, какая цифра находится напротив. Вычти из большего меньше. Вычитай. Посчитал? Так вот, друг мой, смотри внимательно. Предсказание срабатывает. У тебя получилось 6. Именно тебя мне удалось загипнотизировать. Магия математики в действии. Математика, все-все-все.